Салют всем, друзья, с вами Серега, и вы на канале Про Пайку. Ну что, наконец-то настал тот день, когда мы все-таки пришли к тому, чтобы приготовить самим что-нибудь, как я уже давно это говорил, что мы будем это делать. И снимем мы сегодня рецепт очень простой для пацанов, которые любят пивасик с креветочками вообще просто, потому что есть много рецептов там со всякими соусами, со всякими хернями, но пацаны не любят заморачиваться, нам надо быстренько, вкусно и четенько, чтобы все друзья, которые придут, кайфовали, и ты кайфовал. Если тебе надоели чипсы, орешки, всякая разная такая ерунда, то креветки — это то самое, что тебе надо. Мы купили, короче, креветочек, получается, креветушки вот такие вот красивенькие, да, вот такие вот креветочки. И сейчас мы что для них сделаем? Мы сделаем для красоты, как делаются, немножко надрежем, а нарезаем мы для того, чтобы был бы больше объем и смотрелись бы красивенько, и, говорят, они там сочнее становятся, короче, красота. Но, соответственно, и не обязательно нарезать, если ты не хочешь нарезать, да? Можно как бы и без этого всего это сделать. Но мы никуда не спешим, и поэтому сделаем красивенько. Сейчас мы их нарежем и потом отправим их немножко вариться. Водичка у нас уже стоит, кипятится, так что сейчас все будет. И будет красота. Ну а для вкусных креветок нам понадобится что? Чтобы не заморачиваться, как пацанам, к пивасику, это креветки, чеснок, соль. Все, что нам надо. Не надо нам всяких разных заморочек, потому что это закуска. Это не главное блюдо какое-то, да? И заморачиваться нехер. По-быстрому. Херак, херак, сделал. Все, погнал смотреть футбольчик, кушать креветочки. Девчонки, если хотите пацану сделать прекрасное настроение в пятницу, просто сделайте ему эти креветочки, пивасика налейте, он будет самый счастливый человек, я это отвечаю. Ну что, нарезали, теперь водичка уже закипает, сейчас мы ее сделаем балансировку, да, балансирнем. Это типа не варим, но так, немножко только приварим, что ли, как это правильно сказать. Сейчас-то хоп-хоп, это все раскроется там. И креветочки станут такие покрасивее. Там буквально секунд 30, минута максимум. И погнали дальше, да? Вот такая красота происходит. Смотри, какие они. Ай-яй-яшкин. И мы сразу запихиваем ее под холодную воду, чтобы все это дело остановить. А пока это все происходит, мы поставим сковородку. Накаляться сковородочку. И тогда уже будем жарить на ней чесночело, и это уже туда пойдет для красоты, вообще будет пушка. Ну и потом, естественно, самый топовый ингредиент туда добавим тоже, который делает магию. Ну и что, теперь давай ее под холодную воду, здесь вот. И, так сказать, останавливаем весь этот процесс. Вот так вот все это дело под холодной водичкой. Сейчас это все остудим и на сковородочку с маслом, с чесноком. Итак, что у нас со сковородкой? А, уже раскалилась, да? Так, туда, так сказать, маслица наливаем, покажи. Оп. Так, нормально маслица налили. И туда, соответственно, нашего чесночка. Чесночка. Немножечко его прижарим. Буквально, главное, чтобы он не спалился, да? Не сгорел. Буквально там дало бы масло. Дал бы запах маслу. А, запашок хороший, кто любит чеснок, тот понимает, да? И давай сюда уже всей этой красоты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И пошла жара. Да ёшкарован. Все это сразу же присолим хорошенько. В этом плане соли много не бывает, я думаю. Сейчас эта водичка вся выпарится, короче, и потом просто магии добавим туда, и вообще будет сказка, да?
Если много жидкости, как у меня сейчас, я делаю лично вот так. Оп. И лишака слили. Пам. Погнали дальше. И теперь, естественно, самую вкусняшку. Как говорил скриптонит, а сливочное масло – это круто. Сливочное масло нам казалось дорогим. Да? Погнали. Вот такой кусочек. Смело. Туда. Сливочное масло – это круто. Ну что, в итоге получается вот такая вот красота. Обычно раньше я убивал их просто, пока они там не станут золотыми. Но теперь я так больше не делаю. По мне, они уже готовы, они уже вкусные, они уже с хрустиночкой. По-моему, вообще пушка. Для пивасика это уже бомба. Ай-яй-яй-яй, ну что? Ну красота же. Сори, покажи, как это все выглядит. Вот такая вот штучка. Ну что, друзья, я не повар, я не готовлю вообще часто, в принципе, но этими видосами, которые мы будем снимать, мы покажем, что любой может готовить вкусно и кайфовать дома сам от чего-либо. А эту сказку, жалко, не бухаю, так бы сейчас с пивасиком дал бы жар. Хорошо. Порядке. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на канал. Делаем для вас, кайфуем сами. Будем пробовать снимать что-нибудь еще. Пишите в комментариях, что снять еще. Мы найдем какой-нибудь видос, какой-нибудь вкусный рецепт того, что вы будете писать в комментариях и снимать на это видосики. Делаем это для вас, друзья. С вами был Серега и канал Про Пайку. Обязательно подписывайся. Мы еще будем снимать для вас. Всем пока.